друзья, всем очередной привет. Сегодня у нас 27 декабря, воскресенье, выходной, 6 дней отработали. И Саджан вчера позвонил и сказал, что все в срочном порядке должны ехать в город. Город Ансан все должны ехать, чтобы пройти тест на коронавирус. Потому что без этого теста на работу не запустят. Такие дела. Всем удачи. Чамбала кайта, я чихаю, сейчас чихаю. Не корона, бро, не корона, бро, тоже не корона, бро, не. Не корона, бро, не корона, бро, точно не корона, бро. Не корона. Короче, приехали бандой в Ансан. Такая толпа, человек 20. Мы из Вона приехали в Ансан, и когда подошли уже сдавать тест, типа, какой адрес, мы говорим, мы из Вона. Они типа, все, андей, типа, нельзя, типа, езжайте в Своне сдавайте. Ну, сейчас Саджан должен подъехать, что-то зарешать. Кстати, подъехал. Посмотрим. Не чихай. Не корона, бро, не корона, бро, тоже не корона, бро, не. Разорви, вырви глаз. Чкнул так. Написали номер телефона, имя и возраст. Сейчас будет сдача. Завали чкалы. Чкал, когда спал, чкал, когда хавал. Заряжаю мягчик, не подведи чкалка. У меня чкалка, как у Халка. В нос мазок и еще разок. Ватная палочка и док достал до мозгов. Смотри, док мне в ноздрю, словно дверной глазок. Еще мазок, еще разок. Это перебор, лучше мне перо под ребро. Надеюсь, тест не соврет. Я по чикам уже побил мировой рекорд. Доктор, точно не корона? Тест отрицательный, точно не оно. Не корона, бро, не корона, бро, точно не корона. Все, тест на коронавирус пройден. Теперь мне придет сообщение. Сообщение придет мне на телефон. Тесте положительный он или отрицательный. Потом с этим телефоном, с этой смс-кой я уже буду приходить на работу, показывать, есть у меня корона или нет. Как бы так. Такой вот тест. Айгу.